Торжество в честь Нового года стало для молодых белореченцев праздником здорового образа жизни и живого общения. Чтобы ярко отметить новогодние торжества, молодежь района устроила свою новогоднюю елку, на которой ребята проявили творческие таланты и просто активно и весело отдохнули. На молодежном вечере царила атмосфера непринужденного веселья и дружеского общения. Ребята делились впечатлениями предновогодней недели и обсуждали планы наступающих каникул. Молодежная елка в спортивном комплексе «Химик» стала не просто поводом поздравить друг друга с Новым годом, но и праздником, на котором молодые люди смогли показать сверстникам свои успехи и новые идеи. Цель этого мероприятия такова, чтобы подвести итоги года, поделиться друг с другом своим опытом, который они в течение года наработали. Кто научился петь, кто танцевать, кто играть в КВН. Наступающий год объявлен годом экологии, поэтому и конкурсы на молодежной елке были посвящены теме окружающей среды и заботы о собственном здоровье. Школьники и студенты учебных заведений города и района представили свои работы в двух номинациях: эко-елка, созданная из подручных материалов, и новогодний пирог. От нашего медицинского колледжа мы подготовили елку-витаминку и пирог, который называется «Снеговик». Эта елка сделана из яблок, которые являются символом здоровья. При употреблении яблок в организм попадает очень много витаминов, именно поэтому она имеет название «Витаминка». Пирог сделан в форме снеговика, так как это символ Нового года, снега, зимы. Мы хотели поздравить всех с наступающим Новым годом, а также хотели показать, что наши студенты, повара, кондитера готовят какие изделия. Вот, допустим, обратим внимание на торт. Девочка делала его сама, печенье ручной работы. На нашей елке предоставлены эко-елка, заметьте. Предоставлены все работы. Это наша студентка, Совершаева Влада Константиновна, делала все своими руками. Праздничное действие происходило по всему периметру зала. Помимо конкурсных работ, молодые люди могли посмотреть выставку городского кукольного театра «Сказка». А украшенные волшебными декорациями фотозоны не пустые. Уставали. Есть уверенность, что в этот новогодний вечер социальные сети украсили десятки, а то и сотни праздничных фотографий. Творческая молодежь развлекала друзей музыкальными выступлениями, зажигательными танцами и веселыми представлениями. Молодые артисты не давали публике заскучать. Особенной частью торжества стало награждение молодых людей, проявивших активность в общественной жизни города и сельских поселений, а также студенческих и школьных советах. При этом ребята не собираются останавливаться и на праздниках. Уже запланировали целый ряд новых мероприятий. В этом году молодежный совет, это и студенческий, и школьный совет, нацелены на проведение елок для широкой аудитории, в том числе и для малообеспеченных семей, и молодежи с ограниченными возможностями. Поэтому мы вкладываем все свои силы в эти елки. Кроме того, на акциях были собраны деньги на покупку подарков для ребят из интернатов, для малообеспеченных семей, для людей с ограниченными возможностями. Молодежный совет делает подарки своими руками. Завершила вечер дискотека от диджеев из Краснодара. Илья Никитенко, Сергей Чернецов. События и люди.